Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Актуальные интервью». Недавно в Севастополе завершился региональный финал международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Подробнее о конкурсе сегодня расскажут старший методист Института развития и образования, региональный куратор конкурса «Живая классика» Ольга Вадимовна Маслова и председатель жюри конкурса, председатель Севастопольского отделения Союза театральных деятелей, актер, режиссер театра имени Луначарского, заслуженный артист России Евгений Иванович Журавкин. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в студии. Расскажите, пожалуйста, сначала о самом конкурсе. Насколько мне известно, это самый масштабный, самый известный литературный проект в России для детей и подростков. Так ли это? Это действительно так. И в этом году конкурс «Живая классика» отмечает десятилетие. Учредитель конкурса – фонд «Живая классика», который возглавляет Смирнова Марина Валерьевна. У нее очень креативная, дружная команда, поэтому в конкурсе участвовать интересно. Мы участвуем в конкурсе, мы – это севастопольские школьники, участвует в конкурсе с 2015 года. В 2014 году мы не успели сразу присоединиться к конкурсу, потому что конкурс проводится с февраля по май. С нового учебного года мы познакомились с положением об этом конкурсе, узнали условия его проведения, подготовили свое положение региональное и начали подготовку и с учащимися, и с учителями. Для тех, кто интересуется конкурсом, я могу сказать о том, что у конкурса есть свой сайт, на котором можно узнать очень много полезной информации, как для участников, так и для учителей, и для всех тех, кто, ну, так или иначе сопричастен к конкурсу. Ну и кроме того, есть группы в социальных сетях, например, группа ВКонтакте, в Инстаграме, где много очень полезной информации. Количество участников регионального этапа конкурса лимитировано? С каждого этапа всегда выходит по 3 победителя, независимо от того, какое количество участников в нем принимало участие. И независимо от того, какой регион России участвует в этом конкурсе. То есть все равно будет 3, ну вот, например, если говорить о региональном этапе, то все равно это будет 3 человека от региона, 3 победителя от региона. А так принять участие может любой желающий, и ему не будет отказано. Да, конечно, участие в конкурсе добровольное. Конкурс начинается с проведения классного этапа. То есть каждый учащийся может принять участие в этом конкурсе, но это только будет приветствоваться. Каков возраст участников? Участвуют с 5 по 11 класс. Давайте поговорим о победителях регионального этапа конкурса нынешнего года. Кто они, учащиеся каких учебных заведений нашего города? Ну, в этом году победили учащиеся первой гимназии Кидина Полина, учащаяся второй гимназии. У нее очень интересная фамилия. Я так сразу ее не произнесу. Эльриф Ванесса Элиас. Она приехала к нам из Ливана, и мы очень довольны тем, что она участвовала в конкурсе, потому что однажды она уже побеждала в международном конкурсе «Живая классика». Есть еще и такой. Конкурс проводится не только среди учеников Российской Федерации, но и он в других странах проводится тоже. Вот однажды она стала победителем этого международного конкурса. И ученик из 38-й школы Летун Вячеслав. Вот в этот раз все девятиклассники стали победителями, поэтому им придется совмещать участие в финале конкурса и сдавать экзамены. Участники могут выбирать произведения, которые они читают, либо имеется какая-то тематическая направленность? Я так понимаю, что, во-первых, конечно же, нельзя не раскрыть тот материал, который внутренне не нравится, который вызывает внутреннее сопротивление. Поэтому, конечно же, это в первую очередь желание самого участника конкурса, вот что ему близко, что ему дорого, чем он хочет поделиться. И проза, и поэзия, да, и все может быть. Конечно. Проза.
Только проза. Проза, только проза. Но можно было бы и расширить, скажем, границы, понимаете. Прозу несколько сложнее, наверное, читать. Это, может быть, накладывает отпечаток. Но, тем не менее, конечно же, в дальнейшем происходит работа с педагогом, может быть, не с одним, какие-то консультации проводят. И в результате это выносится на суд. Сначала своего класса, потом школы, потом районного этапа, а потом уже, пожалуй, и завершающего этапа вот нашего. Евгений Иванович, конечно, интересно узнать на вас, как на председателя жюри конкурса, какое впечатление произвели участники, много ли было действительно сильных ребят? Вы знаете, я с большим восторгом и удовольствием принимаю приглашение Ольги и всегда хожу. И мало того, что я получаю огромное эстетическое удовольствие, я расскажу чуть попозже почему, я получаю базу для своей собственной работы, потому что то, что делают ребята, кто-то постарше, кто-то помоложе, да, это настолько интересно, настолько полезно и настолько здорово, что нельзя не принять это в свою профессиональную копилку. Да? Видно, как они волнуются, как они сосредотачиваются, как они готовятся, как они ищут это слово, да? Как они готовы донести свою мысль. Кто-то, может, не имеет технической базы, ну, может быть, какого-то голоса какого-нибудь выдающегося, или, может быть, какой-нибудь там кристальной дикции, но тем не менее, очень интересно, как они находят контакт, в первую очередь, с собой, с материалом, а потом уже контакт с залом, как они устанавливают вот эти вот тонкие связи. И прекрасные моменты, когда вдруг чтение непрофессионального, конечно же, актера, вдруг становится актом там, творчества, актом искусства. Это потрясающе, потрясающе. Причем здесь нельзя сказать, что наиболее натасканный, что ли, так сказать, ребенок или участник конкурса должен обязательно победить. Потому что здесь вот есть элемент удачи, неожиданности. Конечно, в первую очередь, это материал, который должен быть им близок, им понятен, на который они могут опереться. Рассказать нам именно то, что понимают именно они, понимаете? Вот. Второе, это вот, собственно говоря, вот эта вот непосредственность подростка или там ребенка, да, которая просто завораживает, которой даже отчасти и завидуешь, понимаете. Это большая школа, большой урок, это вообще большое замечательное дело. Я удивляюсь, что только ему 10 лет, мне кажется, такое должно было быть уже 100 лет. В Севастополе под вашим началом в жюри кто еще работал из наших известных деятелей искусства, театральных деятелей? Вообще, насколько было сложно выбирать лучших из лучших? Ну, мне помощь однажды оказала Нателла Абелева-Таганова, участвуя в последнем этапе конкурса. Ну, так ваши... Мы приглашаем учителей, библиотекарей, педагогов дополнительного образования. Ну вот, пожалуй, то есть это деятели искусства и деятели сферы образования обязательно оценивают участников. Были коллеги из Института развития образования, входят в состав жюри тоже. Поэтому важно оценить объективно и всесторонне выступление ребенка. Поэтому учитывается мнение разных людей, да, с разной профессиональной подготовкой. Итак, региональный этап в Севастополе завершен, его победители определены. Что дальше? Что касается суперфинала всероссийского, финала этого конкурса, в каком формате будет проходить он, где и когда? Ну, до суперфинала еще нужно потрудиться, потому что для того, чтобы участвовать в финале, нужно пройти 2 отборочных тура. Они в этом году пройдут в онлайн-режиме, потому что сдвинулись сроки в Артеке. Раньше в Артек дети ездили в начале мая. В этом году смена пройдет несколько позже. И если я не ошибаюсь, то финал назначен на 21 мая. Суперфинал состоится в июне, в середине июня, по всей вероятности, и пройдет он, по всей вероятности, еще раз повторю, не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Ожидается, во всяком случае, так. Если говорить в целом о таком жанре, как художественное слово, вот скажем, там, в былые времена, в советские времена, действительно, этому жанру искусства уделялось большое внимание, и по телевидению, и по радио очень часто выступали чтецы, мастера художественного слова, потом ситуация изменилась, и на сегодняшний день кому-то может показаться, что этот жанр, он не столь популярен.
ни среди молодежи, ни среди тех, кто постарше. Вот, Евгений Иванович, вы можете это подтвердить либо опровергнуть? Я скорее буду опровергать это дело. Конечно, в засилье мира телевизоров, мира интернета, мира, так сказать, социальных сетей, да, созревает новый тип мышления, клиповое мышление. Но, тем не менее, несмотря ни на что, книга жива. Даже книга жива в печатном варианте, а не говоря уже о аудиовариантах книг. Знаю много знакомых, да и сам слушаю частенько. Это довольно просто скачать себе в телефон некоторые книги и слушать в исполнении хороших чтецов, хороших артистов. Дело в том, что, зная своих коллег по театру, я тоже, когда приглашаю их что-то там прочесть на студии или сделать какую-нибудь запись, я вижу интерес, их творческий интерес, как с помощью там только голоса и микрофона заставить звучать слово, заставить звучать художественное слово, что очень трудно, передать все нюансы, все оттенки, которые заложил в нем автор. Это очень трудно, это творческая работа, но она использует совершенно другие инструменты, нежели актер, как инструменты актера, который демонстрирует себя в зале, на сцене, на публике. Понимаете, это очень интересная творческая задача. Так что я думаю, конечно, наверное, 98% приходит информации через наши глаза, но, тем не менее, уши не сдаются. И они всегда, этот аудиоконтент всегда будет востребован, в том числе и аудиокниги. Школьники, молодые люди, естественно, разные поколения, они все разные, они очень сильно отличаются друг от друга, быть по-другому не может, и вот так принято среди старшего поколения поругивать поколение младшее, вот, мол, ничего им не нужно, ничем они не интересуются, а тем более творчеством. Но все-таки, вот я, например, тоже очень часто сталкиваюсь с молодыми людьми, с теми же школьниками, подростками, среди них очень много тех, кто на самом деле и творчеством, и литературой, и поэзией очень сильно увлекается. Я думаю, что этот конкурс лишнее тому подтверждение, не так ли? Совершенно верно. Вот мы представляли на конкурсе наших участников и, говоря о каждом, упоминали о том, что кто-то из них увлекается спортом, кто-то литературой, кто-то изучает активные языки, кто-то театральным искусством, кто-то снимался уже в кино. Поэтому интересы детей очень разнообразны, и сами дети очень интересны. Поэтому говорить о том, что что-то не так у нашей молодежи, наверное, не стоит. Все-таки дети хорошие, наши дети хорошие. Да, еще Эсхил в 5 веке до нашей эры заметил, что молодежь уже не та, понимаете? Да? И вот эта молодежь уже не та, слышно каждое десятилетие из разных уст, тем не менее, да, можно и у нас услышать, и в том числе, может быть, и от нас такое услышать, что вот, мол, в наше время было все по-другому. Но, тем не менее, да, процент творчества, он не умирает, он растет. Мне кажется, конкурс с каждым годом становится все более там, профессиональнее. Я ощущаю, что выбор материала становится более тщательным. Подготовка какая-то внутренняя происходит. Я так понимаю, что участники конкурса, кто же тем более не первый раз участвует, да, они уже знакомы с конкурсом и знакомы с таким состоянием публичного выступления. Одно дело прочесть, другое дело произнести это, выйти, не постесняться и вдруг что-то себе как-то пробовать в качестве актера. Это уже другой уровень. Это творческая смелость в этом нужна. И чтецы вот ее приобретают. Это очень здорово. Ну что ж, спасибо вам огромное за беседу. Нам остается только пожелать удачи ребятам, победителям регионального этапа конкурса «Живая классика». Обязательно постарайтесь дойти до суперфинала. А нашим зрителям напомню, что сегодня у нас в гостях были старший методист Института развития образования, региональный куратор конкурса «Живая классика» Ольга Вадимовна Маслова и председатель жюри регионального этапа конкурса «Живая классика», заслуженный артист России Евгений Иванович Журавкин. Мы благодарим вас, друзья, за внимание. Всего доброго, берегите себя и до новых встреч в эфире.